Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня продолжаем проходить игру Looney Tunes World of Mayhem. Так, давайте забирать наши призы, которые заработали для нас наши персонажи. Ну что ж, довольно неплохо, я смотрю. Отлично просто. И... так, еще где-то один у нас заплутал здесь, заблудился, так скажем. Я его почему-то не вижу. Где этот хитренький... а, вот, это у нас фотограф Сильвестр. Ну, давай. Ну, довольно неплохо. Консервная баночка фиолетовая выпала. Давайте посмотрим, что у нас тут по сундукам. Ух ты, что, неужели... а, нет, нет, одного все-таки сундучка у меня нету. Ладно. Но, тем не менее, три-то у нас существуют, остались. Поэтому мы сейчас их и вскроем, и посмотрим, что нам тут выпадет из них. Поехали. Так, ну-ка, порадуй-ка папочку. Деньги, опыт, катушка, магнит, кактус. Не айс как-то. Ладно, следующий давай. Что у нас тут? Ну, давай, так, монетки, опыт, кирпич, магнит, катушка. Ну, что ж такое-то? Что-то все как-то не то, что я ожидал. Ну-ка, порадуй хотя бы ты. Так, вот бревна, это хорошо. Бревна, это хорошо. Ну, а остальное не очень. Так, давайте заберем реворд наш. Вот так, замечательно. Все шикарно пока идет. И, оу, оу, что-то мы можем с вами или улучшить, или что. Так, это у нас Сэм. Ладно, а кто еще? Только Сэм, что ли, у нас? Да, видимо, он только и заработал. Ну, давайте глянем, на что он там рассчитывает. На повышение ранга, вот даже как. Лесной отшельник, это пассивный навык. При каждом нанесении поражения персонажу на один ход получает плюс 30% к повышению шанса критического удара. Типа в засаде сидит. Ну что ж, давайте сделаем. Вторая только эволюция у него получается. Охота на зайца. Это уже будет все у нас потом, позже. И мы, естественно, сразу же переходим. Погодите-ка. Ежедневные задания целей тоже забираем. И мы с вами отправляемся на бой. И у нас здесь, ну, по крайней мере, сегодня мне везет. Есть довольно слабенькие персонажи. До этого я играл очень было жестко. Давайте возьмем Гектора, моего Сильвестра. Потом у нас будет идти, скорее всего, Пигги. И, наверное, мы возьмем... нет, тебя не будем брать, пока ты еще слабенький. Давайте, наверное, Бернарда. Так, должны победить. И, в принципе, без поражений. Так что, я надеюсь, сундучок мы сейчас с вами заработаем. Ну, давай, не томи меня. И начнем... а, подождите, это нам не надо пока. Вот так вот мы сделаем. Погнали. Ну, сейчас, конечно же, мы получим от него ответку. Хе-хе, ну я как в воду глядел. Так, ладно, хорошо. Мы тогда будем... блин, я не знаю. Нет, будем добивать. Оу, не получилось. Почему-то, к сожалению. Так, кто у нас следующий ходит? Ага. Ну, давай, наверное, мы с тобой вот так вот поступим. Снизим им все. Ага, вот уж шиш тебе, Элмор. Дудки. А мы приступим, наверное, с вами с Фогарна. Давайте его по-быренькому попробуем разобрать, чтобы он тут не дурковал лишний раз. Ну что ты там, провокацию на себя поставил? Так, мы делаем отхил. И... так, давай-ка вот так вот сделаем. М? Как тебе пониженная защита? Да что ты делаешь-то? Ну-ка давай, добьем его, наверное, сейчас. Так и есть, отлично получилось. И начинаем разбирать Элмора. Элмор, лови тыковку. Отличненько. Но он все-таки еще выжил. Так, хорошо. Давайте мы тогда его по башке. Бум, отлично. Кнутом мы его добиваем. Все, очень хорошо получилось. И давайте вазаночка его. Опля, получил он свое по заслугам. Контратака у него оказывается. Да что ты, а мы тебе если так вот. Оп, нравится? Нет, не нравится. Вот так и мне тоже не нравится. Все, победа за нами, как, в принципе, я и предполагал, что чистая победа. Мы получаем с вами сундук, сейчас мы его поставим в банк, активируем, поставим охрану, в общем, все как полагается. Хотя вы не забывайте, у меня есть кристаллы, и я могу, грубо говоря, открыть сразу же его причем. Так, вот так вот сделаем. Отличненько, хорошо, просто изумительно.
Ну-ка. Оу, ребята, а чё ж я немножко сглупил-то? Надо было мне этих-то на задание-то отправить сразу же. А я тут сижу, рассусоливаю, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Только время зря потратил. Ну да ладно. Лучше поздно, чем, как говорится, никогда. Все. Так, давай, Элмар, тоже иди. Хотя, почему я все время на них делаю? Ну, наверное, потому, что они у меня раскачаны практически все до 3-го уровня. Наверное, только из-за этого у меня причина. Так, иди сюда. Нет, ты у меня слабоват еще пока. А кто же у меня? Фогр, может быть, ты более-менее? Нет, тоже слабоватенький. Так, погоди-ка, а кто же тогда у меня хороший такой? Вот, Бакс Банни. Давай-ка, иди на задание. Отправляйся в Альбукерке, там, делать свои дела. Ежедневная цель забираем. И у нас с вами довольно неплохо. За 140 уже кристаллов. 147. Довольно неплохо. И мы с вами сразу же отправляемся на следующий бой. Оу, оу, а вот пошло, ребята, что я вам говорил. Очень-очень приличный. Вот как вот я не могу понять, почему у него персонаж фиолетовый, 3 звезды, 21 уровень и фиолетовый. Что это означает? Как это может быть? Если кто знает, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Очень интересно знать, как им поменять расцветку. Видать, это эпические карты уже. Если синие — это редкие, эпические, а зеленые — это уже как обычные. Тут вообще все эпическое. Странно, как это можно сделать? Хотелось бы услышать ваше мнение, что вы об этом думаете. Так, ладно, давайте мы с вами на бой обновим список, раз уж такие у нас сильные персонажи, я надеюсь, дадут нам кого-нибудь послабже. И дудки, как говорится. А здесь... Да ну ладно, вы что, издеваетесь, что ли? Что за невезуха-то в последнее время, а? Ну, вот этот еще более-менее такой. Да, с одной звездой как бы попробовать можно, в принципе. Возьмем мы, наверное... Да, вот так сделаем. Ну, Фогр на 2 звезды, хотя... Ладно, попробуем вот такой вот командочкой мы его победить. И надеюсь, у нас это получится. И хотелось бы, естественно, без потерь все это сделать как можно быстрее. Так, и у нас здесь вот этот вот. Его в первую очередь, Сильвестра Ковбоя, надо ликвидировать в первую очередь. 109 довольно неплохо. Что он там делает? Провокацию. Вот это ты, конечно, молодец. И с другой стороны, ты это зря сделал. Только мне на руку сыграл. Так, я больше уверен, что Бакс Банни будет баловать своим динамитом, поэтому надо его как можно быстрее шугануть. Нет, вы посмотрите-ка, он применяет ударом сейфом по голове. А вот так, если... Ух ты, Гектор, ты довольно неплохо бьешь по кролику, поэтому... Так, ну то мы его сейчас стеганем. Все, Бакс Банни доигрался, мы здесь делаем отхил. И... Так, Даффи, давайте Даффи. Даффи мы все-таки... Попробуем убрать с поля боя. Он нам здесь не нужен. Абсолютно. Не получается пока. Хорошо, сейчас. Да, Гектор доделал это дело. И Элмар уже тут один. Абсолютно ничего не сделает. И никого не сможет нам убрать. Так, давайте кнутом еще. И, как говорится, на дорожку. Снизим ему защиту. И вот так, наверное, мы его прихлопнем. Да, все отлично. Как это хорошо, как же я обожаю получать 3 звезды, получать сундук. Просто, как знаете, мед на душу. Тем более у нас золотой. Ёлки ты палки. И даже я думаю, что я его... Нет, все-таки его назначу. Нет, я его все-таки... Ай-яй-яй-яй-яй. Лучше бы я его открыл сразу, потому что его могут у меня забрать, отбить в бою. Ёлки ты палки, вот сглупил-то я. И смотрите-ка, у нас появилось какое-то улучшение здания. И какого же мы глянем? Это у нас на ферме. И что же это за здание-то у нас такое улучшается? Ага, домик, курятник мисс Приси. Вот оно что. Хорошо, у нас нет выбора, мы с вами улучшим его. Кстати, я заметил, у меня вот этот 29 уровень, он дальше почему-то не повышается. Я не знаю, что это баг или это так должно быть. Не растет. Ребят, понимаете, просто не растет эта шкала. И меня это как-то очень смущает, если честно. А я могу здесь открыть, да? Да, я могу его здесь открыть. Так мы так и сделаем тогда. Ну-ка, что тут у нас? Деньги, опыт, ага. Ух ты, камера. И баллончик.
Странно, золотой какой-то. Я думаю, что это очень хорошо. Так, у нас карточки копятся постепенно, полегоньку, помаленьку. Оу, еще что-то можем улучшить. На что это мы в этот раз накопили с вами? Ого, аж 3 здания можно улучшить. Да-да-да-да-да. И интересно, кого бы мне сделать? Здесь у меня 2 персонажа, так? Здесь один, здесь один. И здесь один. Я думаю, что мне выгоднее вот улучшать там, где больше всего персонажей. Делаем. Так, хорошо. Да, очень странно, конечно, что не идет опыт. Непонятно, неужели 29-й это максимально? Надо будет потом посмотреть по другим персонажам у других людей, что у них там показывается. Ну, а мы с вами отправляемся, соответственно, сразу же на очередной бой. И здесь у нас вот, смотрите-ка, есть хороший кандидат. Да, ну я, по крайней мере, вижу вот максимальные здесь, сами видите. А, нет, это у нас уровни персонажей, а это мой личный уровень. Да, стоит задуматься. Ну, еще раз повторю, может быть, так и должно быть. Может быть, игра просто сейчас на максимально на 29 уровне раскачивается. Но как-то жалко, что у меня весь опыт пролетает мимо меня, куда-то в небытие, так скажем. Хотелось бы, чтобы я дальше рос. Ну, как бы от моего личного уровня, я думаю, здесь мало что зависит. В основном, всю роль играет на себя уровень персонажей. Так, ковбой, ты меня немножко раздражаешь, надо тебя как бы отсюда убрать с поля боя. Ну ты смотри, ну ты смотри, что делает. Вот он тоже прекрасно знает, кого ему нужно атаковать. Так, отличненько. Мы сейчас сделаем вот сюда, мы снизим ему защиту. Вот так вот. И будем его потихонечку доставать. А ну-ка. Ух ты, неплохо, 111. Очень даже, я скажу вам, неплохо. И Сильвестр его ликвидирует. Все, мы его убрали с поля боя. Сделаем себе маленький подхил. И у нас следующий, наверное, будет Даффи. Давайте-ка мы его сейчас пощекочем маленько. Да-да-да-да-да, конечно, нашел на кого. На Гектора, на самого толстого бойца у меня. Извините, в моей компашке он полез. Дудки! Так, отлично. Я, кстати, забыл, что у Гектора врожденная, врожденный, как это, пассивный скилл — ненависть ко всем кошкам и котам. То есть он наносит им усиленный урон. Что-то я как-то это забываю. Ну, как видим, все коты и кошки, которые здесь у нас появляются, не успевают слишком долго побыть на поле боя. Мы их практически сразу всех убираем. Ну что это такое, а? Опять лаги. Да, ребятушки, я считаю, что справедливости абсолютно никакой нету. Опять у нас зависла игра, опять какие-то небольшие недоработки у них, надо им сделать еще раз очередное обновление. Да и делали бы они частенько профилактику, что ли, своего сервера. Так, ну что, мы с вами пойдем в бой. И у нас тут есть что-нибудь хорошее? Хорошее-то есть, но вот силенок у этих ребят очень много. Давайте вот этого попробуем. Так, так. Свинка у меня пойдет в бой и... Подождите, давай-ка мы кое-что сейчас с вами немножко переделаем. Я хочу кое-кого усилить. И это у меня будет, и это у меня будет. Ух, может быть... А давайте попробуем нашего Сэма повысить по уровню. Получится ли у нас? До 20-очки он. Нет, до 20-ки навряд ли, но хотя бы до 19-го. А может быть, кстати, сейчас глянем. 16-й левел уже есть. Так, 17-й. 17, грубо говоря, с половиной. Наверное, на 18. Ну, до 18 уровня только мы сможем прокачать. Или все-таки до 19 нам хватит. Ну, давай еще чуть-чуть. Ну, опыт, ну не подведи меня. Есть, отлично, 19 левел. Хорошо, давайте так сделаем. Ну, а, нет, все, в принципе, отлично. 1066 у него. Так, его, в принципе, можно брать уже, как говорится, полноценно в отряд. Что тут у нас? Мультяшка-милашка. Конечно же, мы это забираем. И вот теперь мы немножко свою командочку изменим капельку. Вот так это будет выглядеть. Так. Так. И свинка. Да.
именно таким составом. Посмотрим, как будет себе Сэм тут, ну, как сказать, показывать свой опыт, свою силу вот в этих боях. Если он нам понравится, то почему бы его не оставить? Так, атакуем этим буйволом. И он делает контратаку. А кто же у нас такой персонаж? Неужели... Оу! Оу, да ты что делаешь-то? Кошара! Ты как это так... А ну-ка, выкуси-ка. Бум! Отлично! Сработало. И мы еще вот так вот сделаем. Что он там делает? Блин! Атаку усилил всем. Ага, ладно. Так, мы с вами добиваем Сильвестра вот этого. Ковбоя. Так, Фогрм тут, как обычно, издевается над моей свинкой. Ну, 37. Это еще как-то терпимо. И вот этого надо обязательно. Оп! Шикарно вышло. Ну, а теперь... Это же, по-моему, означает, что крит-удар. Ну-ка, попробуем. Что у нас из этого получится? Ага, не так хорошо, как я, конечно, рассчитывал. Но все же. Так, виллы должны добить. Вот так, замечательно. Ну вот, сам себя и подхиливай. Правда, тебя это, извини меня, не спасет и не поможет. А что вот это такое у нас? Что это ты обрадовался? Повышение атаки ты сделал. Сам себе причем. Лучше бы ты сделал это всем. И Гектор завершает этот бой у нас. Получает резвит. Давай без лагов. Оуху, отлично. Все, прокатило. Так, сундук у нас, да? У нас местечко как раз есть. Сейчас мы его сюда и назначим. Так, защитников выставляем. Так, замечательно. Ну, все. 10 уровень, уровень может быть выше, что-то там. И... У нас всего 10 энергии. За бой сколько берется энергии? 5. Значит, мы можем с вами 2 боя еще сделать. Ну что же, я думаю, оно того будет стоить. Возьмем опять же Сэма. Возьмем Гектора, возьмем Сильвестра. И пока отхила. Ну, ребят, я, конечно, могу понять, может быть, кому-то надоела вот именно эта комбинация, но в данный момент она у меня самая эффективная. Мне не хватает ресурсов прокачать всех вообще персонажей. Тут нужно, знаете, как бы определенные... Оу! Ого-го! Ну, давай начнем с этого. Определенных персонажей прокачать лучше по полной, по максималочке, как говорится, а потом уже думать о чем-то другом. Ну-ка, давайте-ка динамит. Ну? А, не понял. Не понял. Это что? Что это такое? Ёлки ты палки. Снижаем всем. Вот так. И надо обязательно Фогранов. Смотрите, у них усиленная защита. Плюс... Да. Это очень плохо. Делаем отхил. И сейчас... Давайте вот так вот. Постреляем маленько. 48 всего отняли. Наверное, Сильвестр, ты не пробьешь его. Слишком толстокожий. О, он еще и контрудар делает. Этот своим саквояжем бомбит по нам. И теперь мы его добиваем тыквой. Я больше уверен, что у нас это получится. Не устоит он против Гектора. Да, отлично, все вышло хорошо. А теперь уже Даффи. О, Даффи вообще ватный оказался. Давайте тогда кнутом. Замечательно. Так, давайте динамитик еще разок, как говорится, для профилактики. Да, конечно, пришел. Так он тебе и поверил. Нет уж, дудки. У меня кот довольно умный. Так что он тебе сейчас ответит в отместку. Вот. Ты смотри, а, не получилось. Но, тем не менее, у меня команда вся целая. Мы получаем с вами 3 звезды. И, конечно же, 3 билетика. И сундучок. И это у нас... Нет, у нас еще там есть 5 очков. 5 энергии, которые мы можем с вами потратить. Так, охрану выставляем. Так. И давайте вот этого поставим. Все, замечательно. Ну, если нам сейчас повезет с компаньоном, так скажем, то, возможно, мы затащим ходочку эту. А как мы видим, довольно сильный. Ну, вот этого можно попробовать. Сейчас мы рискнем. У него 2 скунса, но по 2 звезды, но зато прокачанные уровни. Ладно, хорошо. Мы сделаем так, так и вот так.
На, грубо говоря, на 400 сил. 400 сил мы его превышаем. Ну, сами помните, что это не так уж и сильно много, но все-таки сказывается в дальнейшем на боях. Так, Пипе, ты уж слишком тут не радуйся. Я хочу его ликвидировать как можно быстрее, чтобы он не начал тут свои пляски ядовитые. Ага, смотри, какая хитрая, а? Пенелопа-то у нас. Ладно. Оу, не... да ладно, ну как так? Ну успел все-таки, а? Ну еще и от хила не получили. Жесть, тогда будем так делать. Получите, распишитесь, как говорится, от динамита. Также мы с вами, наверное, мы все-таки давайте тыква его попробуем убрать с поля. Получится? Отлично, все сработало. Викошет стреляет у нас Элмар на Сильвестра, на моего. Ах ты, такой ты хитрый. И мне нужно Пиги. Пиги разобрать как можно скорее, потому что он будет тут делать свой отхил. А он нам здесь не нужен. Неужели сейчас сделает, а? Нет. Смотрите-ка, нет. И это, я думаю, что сделано было зря. Зря. Не просчитал бот немножко комбинацию, за что он, в принципе, и поплатился. Ну, а Элмар тоже тут слишком долго не будет радоваться, веселиться у нас. Сейчас мы его по-быренькому разберем. А с Пенелопой уже в самую последнюю... Да ладно тебе, ну хорош уже. Пенелопа, успокойся, пожалуйста, а? Не нервируй меня, муля. Да что ж такое, что за Элмар такой непробиваемый? Все. Давай, сможешь, нет, Гектор? Ну, отлично. И кнутиком. Только не увернись. Ну, конечно же. Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Держись, держись, Сильвестр. Все. Победили мы, наконец-то, Пенелопу. Получаем 3 звезды. И, как вы понимаете, у нас на этом заканчивается энергия. И сейчас мы с вами пойдем крутить барабан и смотреть. О, да мы можем его так открыть. И будем смотреть, что нам оттуда выпадет. Какие билетики, какие жетончики, на каких персонажей. Ух ты, довольно неплохой такой лут мы собрали, так что... Ревар, точнее. Ну, смелее в бой, заверши бои. Да, я завершил бои, я забираю это все. И сколько у нас билетиков с вами? Оу, 41 билет? Хо-хоу. Это довольно-довольно, я скажу, круто. Ну и что же мы будем, кого здесь? Мне нужна, где у нас свинка. А свинка где? Подожди, в лесу, по-моему. Да? Или я ошибаюсь? Свинка, свинка, свинка. Что-то я не понял, а где у нас Пиги-то находится? На каком колесе? Да ладно, хорош, скажите, что вы его еще убрали у меня с рулетки. Да, убрали они его с рулетки мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну здесь кого? Я не знаю, кого мне здесь прокачивать. Так. Нету его, просто нету. Жаль, жаль, конечно. Я даже, ребята, в небольшом... Смотрите-ка, уровень 30. Должен быть все-таки 30 уровень. Должна открыться последняя карта. Но, видимо, игра еще в разработке, поэтому они не дают. Не дают мне получить 30 уровень. Ладно, давайте крутить тогда эту рулеточку с вами. И выпадает Элмара 3 карты. Ладно, хорошо. Тут у нас опять Элмар. Ну, короче, понеслась... Как говорится, та же самая песня, что и раньше. Даффи. Ага, вот оно как. Опять Элмар. Сейчас так и будет. Между Элмаром и Даффи распределяться очки. Ну, я как всегда прав. Ты смотри-ка, что здесь? Оу, Сэм выпал. Надо же. А здесь, ну, опять то же самое. Блин, может быть, блин, хотел переключиться. А, ладно. Ну, Даффи. Так, а если я, например, вот здесь вот посмотрю, кто у нас тут? Так, ладно, хорошо, я понял. А здесь... давайте попробуем здесь покрутить. Кто нам тут? Оу. Гектор Фермер. Блин, тоже очень много, 85 билетов нужно. Но зато Бернард тоже 85. Да ёлшкин ты кот. Дайте мне... Оу, пугало. Ладно, давайте здесь тогда, наверное, мы и спустим все эти наши очки.
все эти билетики. И как можно по максимуму попробуем набить. Вдруг на кого-нибудь все-таки нам хватит. Ага. Мисс Приси, кстати, скоро получит. Если еще раз выпадет. Опа-на. Ну, хоть на этом спасибо, что я ее могу повысить по рейтингу. И сейчас вы будете мне ее давать, да? Ну, конечно же. Так, Гектор. Гектор, это хорошо. А дальше кто у нас там? Ну, давай. Ну, хватит, ну. Оу, а тут кто у нас? Ага, Порки-фермер. Замечательно просто. И Бернард. Еще три билетика получили. Ага, кто на этот раз? Ух ты, довольно неплохо. Давай так вот еще раз 10, и я смогу его повысить по рейтингу. Нет, дают мисс Приси. Хорошо. Ах, хочу вот этого пса. Так, опять у нас пугало кот. Вот это уже другой разговор. По 3 очка, довольно неплохо, но все равно нам не хватит. Даже если он выпадет все 10 раз. Это будет всего 30 там с лишним очков. Оу, вот овчарка. Ёлки-палки, одно очко и там сотню нужно набрать. Как-то больно жирно получается-то. Мисс Приси у нас выпадает. Так, давай порки. Отлично, 5. Хе, довольно неплохо. Хотя бы так, через разок бы выпадало на него. И было бы все у нас в шоколаде. Так, давай, кто? Ага, Бернард. Бернардушка. Ну что вот эти за подгрузки такие вот? Я не понимаю, зачем они здесь, блин, нужны? Просто крутим рулетку. Нет, что-то там подгружает все. Вот пугало. Опять приз. Мисс Приси. Так, Бернард. Еще 3 очка. И карточка остается все меньше и меньше у нас. Опять Приси. Курица мне как-то изначально не очень понравилась, и поэтому я как бы не в восторге от нее и не особо-то хочу ее, если честно, прокачивать. Так, Сильвестр пугало. Ладно, это еще как-то прокатит. Его у меня потому что нету, и я, конечно, бы хотел бы этого персонажа просто-напросто себе открыть для коллекции. Ух ты, Гектор. Неплохо, 5 очей на него выпало. Опять же у нас Бернард с 3 очками. И мисс Приси. Ладно, остается у нас 2 билетика. И это будет у нас Бернард. Опять же 3 очка. И последний. Эх ты, мисс Приси. Вот как-то так, ребята, мы сегодня разыграли эти билеты. Как-то вот такой мы получили с вами приз, так скажем, по жетонам. Вот единственное, что мы с вами можем, это в ранге повысить мисс Приси. Хорошо, пускай хотя бы так, у нее будут 2 звезды. Так, повышение уровня у меня есть. Да, мы можем ей маленечко повысить уровень. Но опять же, я думаю, что не стоит, а лучше это влить, наверное, скорее всего, вот, в Сэма. Так, отлично. Ну, а нет, на 20 уровень, наверное, или потянем. Ух ты, хорошо-то как получилось. И у меня Сэм получает 20 левел, что очень даже хорошо для нас. И какие-то 2 ежедневные цели. Крутится, вертится. Так, и ежедневная рутина. Выполните все ежедневные задания. Вот так вот как-то, ребят. Ну, в общем, в принципе, пока и все. Будем ждать с вами следующей серии. Будем дальше с вами проходить, играть, открывать новых персонажей. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока. До скорых встреч. Удачи вам.